вот. Положила первый слой. Потом кладу второй слой с расстоянием от кончика пальчика. Вот так. Потом я рву третий слой и по подошвенной поверхности. Все на одном уровне. Вот. Вот это так. Потом следующий слой. В промежутках мы берем. В промежутках между... А, нет. Я уже забыла, давно не накладывала. Фиксирую внизу. Видно там хорошо? Толя, Видно, видно? да. Фиксирую внизу. Толя, 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 Толя. Потом Фиксирую вот вверху. здесь вот так. Только нужно, чтобы ему больно не было. Побольше разворачивай, разрывай больше. И вот так. Вот. А третий не нужно. Потом к четвертому пальцу все это приделается. Вот. Но это чуть-чуть широковастенькие. Я бы чуть-чуть поуже сделала все-таки. Поуже, наверное. Ладно. Ладно. Сейчас я вот это все сниму. Чего это все снимешь? Все. Вот это потом я использую потом. Вот, я сделаю поуже. Может быть, мне это самое? Не надо, закрывать не надо. Пусть смотрит, как я это самое. Мастер-класс. Мастер-класс, да. Вот. И вот эту полоску, вернее, на три части я делаю вот так и вот так. И это все прижимаю и вот так вот режу. Теперь следующий слой идет в промежутках между этими. Опять от кончика пальца до этих пор. Одна полосочка. Потом делается тоже в промежутках. Вторая полосочка тоже до кончика пальцев. И здесь. Вот. И третья по подошвенной части. Здесь есть. Вот так. Вот. Здесь пальчику вот так хорошо сделать. Потом фиксацию делать. Это я использую то, что у меня это. В промежутках тоже вот здесь вот делаю. Раз. Ну, а здесь до середины стопы. Вот так, чтобы. Потом делаем два. То же самое здесь. Так. И третий вот к четвертому пальцу. К четвертому пальцу привязать. Так, это получилось у нас два слоя к четвертому пальцу. Теперь ты больного просишь наступить на пол, чтобы он всей стопой наступил на пол. И сказал, удобно ему, палец не задирается. Это я словами говорю. Так, чтобы я ногу потерял. А, вот. Все. Да, удобно, палец не задирается. Все, поднимай, садись. И следующее делаем. Следующий и третий слой мы делаем. Третий слой делаем. Так. Значит, давай. Вот и третий слой. Третий слой вот здесь вот так вот делаем. Вот. Потом делаем вот здесь. И здесь то же самое и здесь, и сзади.
И потом еще раз поперечные. А поперечные уже с более широкого делать. Ну, хотя можно и это самое, поперечники тоже делаешь вот здесь вот. Вот, я буду здесь экономить. Потом вот здесь вот, чтобы все голенькие места закрыть. Так. И вот он. И вот этот широкенький, вот этот пальчик широкой. Широкой стороной вот здесь. И все. Так. Вот это можно будет потом остатки вот эти обрезать, чтобы повязочка была красивая и интеллигентная. Аккуратная. Интеллигентная. Аккуратно. Вот, дальше, дальше. Потом пальчиками вот так хорошо прижать. И больной готов. Давай. Хочу посмотреть.